Влад сел попить кофейку. Степа! Степа! Еще одна. Аж стонет. В это стоны дни пошироки. Аж стонет. Кофе, кофе, кофе. Да. С компотом. А Степка кофеман-любитель. Басик. Что ты делаешь, Бася? Ты его нести хочешь куда-то? Но! Поспорим их строить. Скажи, у нас тут мои правила, да? Так, туда не надо. Нет, кино там не надо. Ему туда не надо. Ой, он и туда не пойдет. Степа! Степа! Дверь. Я не могу там эти. Степа, иди гуляй. Степа. Что значит иди гуляй? Скажи, папа, папа, я тоже хочу кофе. Нет, давай. Нет, скажи, я не согласен. Я не согласен. Скажи, гулять тебе что, жалко? Вот эти 2-3 несчастных капли, да? Ну, пополощу я лапы там, скажи, ну и что? Алло. Бася, я буду наказывать. Моя маленькая. А то я сейчас маму заведу. И она тебе покажет, где басики зимуют. Да. Не дал? Нет, жалуйся. Не дал кофе, не дал. Жестокий человек, жестокий. Да. Скажи, слишком много здесь каких-то так. Непонятных. Бась, я что сказала? Моя мышка. Моя маленькая. Они поприклеивались. Сейчас Степка поверит, поприклеивались или нет. Ну, моя Халюся. Моя красивая такая. Да? Манечка. Нет, Маня. Ревность? Да, Степа. Нет, я тебя люблю. Да люблю я тебя. Нет, никаких кошек. Никаких. Вообще ни одной. Нет. Только ты. Я тебя больше всех люблю. Да. Больше всех котов. Ты самая любимая. Самая. У нас есть с Вадом так. Кто на руки сел, тот и самый любимый. И давай сюда скажи. Давай чашка. Да, 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 не, Степка, не, Степа, нет. Ты самая любимая, ты самая-самая. Давай, я встала от котов. Тоже сидит самый любимый, самый-самый. Давай мне его, я подержу, чтобы ты попил спокойно кофе. Да я нормально. Нормально? Да. Маня. Ну, если я нормально, возьми еще одну. Будет вдвойне нормально. Сидим. Эх, скажи, папа, жалко тебе кофе. О, а я сейчас свою возьму кружку. Что ж я теряюсь, если я могу попить кофе? Тут кофе с горой Вадя мне сделал. Опа. Так. А-не-не-не-не-не-не, а у меня с молоком. Ай-не-не-не-не-не-не. Ать. У меня с молочком цикорий. Вкусненько. Ать, тихо. Что, нет, да? Не зашло? Да нет, размешай. Не сладенько, да? Сладенько, горьковато. Не сладенько. Сладенький ты мой.
Дай я попью. А компот, он смотри, уже тоже играется там. Маня, что? Маня, зашло? Нет. Не по вкусу. И пошел туда. Компот? Компот. Там стяжку снимут. Так, руками не плаваем. Он понимает. Что, где, куда? Да, конечно. Съемки еще те. Все как в тумане. У меня не понравился. Цикори не понравился. Понимаешь? Ну скажи, ну папа, ну да, я просто один глоточек, скажи. Я просто попробую. Ну что тебе жалко? Скажи, мама дала попробовать. А ты жадина-говядина. Да, жадина-говядина. И глотка кофе, скажи, жалко для хорошего человека. Тёпа, держись. Стрёмно ползёт. Папа, я тебя так люблю. Маня, пока я отвлекаю, скажи, пей кофе. Ну да, ему, ну что, тебе жалко тут? Он не будет у тебя пить. Маня такая лезет. Манечка, с ноги начинай. А мягенькая такая штучка. Удобненько? Ну, проще один раз дать, и он не будет потом пить. Нет. Стёп, пошли я тебе с молочком еще. На, Стёп, на. Будешь? Мой малыш. Ну и все, скажи, что нам надо было. Мальчик, что? Тебе не понравился. Раз. Мама, забирай кружку у кошака. Вот так, друзья, и живем. Не тебе кофе попить, не тебе посидеть спокойно.